Добрый день, друзья! Я очень рада, что, несмотря на то, что этот митинг, мы здесь все собрались, мы вот сейчас ехали, много людей рассказывало, что они участвовали в митингах и в 2016 году, и пенсионеры, которые боролись за свои права, еще до того, как мы все выходили за то, чтобы тарифы на ЖКХ не увеличивались. И они боролись за право пользоваться бесплатным проездом, и они тогда отстояли свое право, и мы в 2016-2017 году отстояли свое право. Мы сейчас все живем в очень сложной экономической ситуации, и очень часто звучат призывы от разных депутатов Госдумы и от разных партий, и очень многие говорят о том, что в такой ситуации поднимать тарифы – это подножка, наверное, стране, потому что и так всем очень-очень тяжело, и экономике нашей тяжело, и жителям тяжело, и любое поднятие любых тарифов будет тормозом и в нашей жизни, и в жизни тех предпринимателей, которые выкручиваются уже из последних сил. И сегодня мы говорим о том, что любое поднятие тарифов, наверное, преступно, а уж поднятие выше процента инфляции преступно вдвойне. Спасибо всем, кто пришел. Отключили. Еще одно хочу сказать. Дело, наверное, даже не в поднятии тарифов. Дело в том, как с нами поступают. Нам не объясняли, почему вот такие цифры, почему поднимают настолько, или зачем это вообще в принципе нужно. Вот эта закрытость информации, наверное, еще даже больше оскорбляет новосибирцев. Когда они там что-то порешали, а нам просто выдали вот на блюдечке, ешьте, пожалуйста. Поэтому я считаю, что мы пришли не только за свои экономические права бороться, но, наверное, и за политические, за открытость той информации, которая от нас скрывается. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы с нами. Так, сейчас будет Сергей.